Этот коротых устал. А, what the fuck, ты откуда вылез, бля? А, коротыха! Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Швили. Блин, я нашел игру, которая похожа на нашего доброго соседа, то есть соседушки. Это только не сосед, а король. По истории он себя вышвыривает, и ты, типа, пытаешься вернуться и, я не знаю, тем самым захватить свой трон. То есть это все связано с тем... Ну давайте, вы готовы увидеть нового соседа? Ну почти соседа. Короля. Погнали. Так, ну что, мы загрузились, и знаете, мы... Вот этот замок... Нам можно вообще упасть? А, нет, нельзя. Игра называется Goodbye, My King. И прощай, мой король. И, ну, то есть, с чем-то связано. Что? Толчок? Нас выгнали в толчок. What the fuck? What the fuck? Толчок. Ладно. Ой. А что это такое? Был нарисованный король. Кто нарисовал? А, герой нарисовал. Что? Что? Кстати, здесь нельзя никак-то обойти. По-моему, только в парадный вход, короче, можно идти. Я как видел, поэтому давайте. И главное, нас никто не ждет в парадном ходу, то есть мы можем зайти, но, знаете, не можем выйти. Это очень странно и очень настораживает, если честно. Его нельзя, кстати, свалить. Так, стопэ. Почему это упало? Я не слышу ничего. Так, тихо. Мы. Знаете, давайте наденем даже наушники. Даже немного, знаете, насторожимся. Где этот сраный король? Так, а что у нас? Мы можем солидки, золото? Я не могу ничего взять! What the fuck? Насколько ты беспомощен? Насколько? Я думаю, не настолько, чтобы не брать солидки и золото. Так, что у нас здесь? Блин, кстати, вот я чуть-чуть половины не вижу вообще, что творится здесь. Так, о! Так, стопэ. Типа ты можешь спрятаться в шкафу. А, это закрыто. Нифига себе, какой замок. Ты чё сломал здесь всё? До меня было всё здесь в нормальном состоянии. Король, блин. Помидор. Так, чё у нас здесь? О, господи, это запасы твои. Так, всё. Муляж, да? Вот муляжи стоят. Ладно. Слушай, король, а? А, вот еще одна записка. А, то есть, блин, как я спрячусь и меня не видят. Где этот? А где они? Где они? Я их вообще не вижу. Так, давайте мы прибавим яркость, что ли. Во. Во! Ребят, мы прибавили яркость и звук. И все у нас стало нормально, а то... Так, ребят, мы сюда зашли, и я прибавил маленько яркости, звука, и чтобы было как бы более реалистично и вообще, то есть видно, что здесь творится. Потому что когда не было яркости, знаете, была темнота вообще просто полная. Ты чё сломал, господи? Чё он всегда сломает? То есть... Чё он... О, здесь всё ломает. Так, чё у тебя здесь? Запасы твои. Замок. Ну, надо, короче, сделать, я так понял все. Ладно, пока не будем заморачиваться. Надо найти короля. Эй, король! У нас сосед уже встречал заранее. Король здесь где-то дрыхнет. И главное, не в главном... В своем одеянии, и никого кроме него нет. Вот это королевство, да? Ты один король сам себе просто. Сам себе готовишь, сам себе хозяин. Что это факт? Ты бургеры жрешь? 05065. То есть это код. Я не знаю, запоминать его нужно, нет? То есть...
Ты чё здесь стоишь, господи? А, блин, я вернулся. Блин, что за дерьмо? О, он занимается гирькой, тут спортивный зал, да? Все дела. Ох ты, вот у меня спортивный зал. Жесткий спортивный зал. Короля. Аврора. У тебя только муляжи только. О! What the fuck? Я не вижу! Подождите, ребят. Так, я маленько исправил, и мы здесь можем увидеть код. 0-5-0-6-5. Yeah. What the fuck? Он нас не видит. Тихо! Тихо. Книжку читаю. Мы открыли what the fuck дверь. Что это такое было? То есть, короче, в принципе, его можно даже с ним не воевать. То есть, мы сначала разгадки сделаем. То есть, типа, эй, чувак, ладно, что ли? Мы тебя вообще не должны знать и вообще видеть. И что нам нужно? О! О! А как ты открыл? Ты пошел вперед и открыл? Так вот, ова. Слушай, смотри. Смотри, какой вход. Ладно, бежим отсюда быстрей. Ладно. Мы этого короля сейчас вынудим. Вынудим на разговор, короче. На серьезный разговор. Слушай, какого фига? What the fuck? Иди отсюда! Коротых. Всё? Этот коротых устал? А, what the fuck? Ты откуда вылез, бля? А, коротыха! Фух. А, господи, господи! А, блин, вот он бегает, тот срань. Да, мы бежим. Давай, свеча. Догоняй, коротыха. Давай. Блин, у меня он устал, а ты как у меня главный герой устал. Фух. Давай кругами бегать. Слушай, и какой круг можешь пробежать? Сколько кругов можешь бегать, господи? Вот ты развернулся, вот ты умный. Ладно, бежим. А что нам надо? Нам там что-то украсть надо. Быстрей! Быстрее него! Быстрее! Мы сейчас украдем там что-нибудь! Закройся! Закройся! What the fuck? Он мне леща дал. Он мне дал леща. Так, ну, у него домчик, я бы не сказал, что мега крутой. Есть какая-то труба вообще. Но обойти и гриб собрать там можно, да? Нет, ну тут вроде зайти вообще ни с какой стороны нельзя. Лягуха! Лягуха, господи, лягуха! Ладно. Мы сделали вывод, что король должен в упор биться головой друг об друга, я не знаю, как сказать. Так, ладно, давай посмотрим, что здесь. Да что закрыл, господи? Как ты закрыл? Надо, наверное, у него что-то взять в той комнате. Какую-то подсказочку может, потому что все двери остальные закрыты, то есть нам надо как-то открывать их. А тут кроме бургеров... Блин, это какой век? Какие бургеры, господи? Чем ты вообще говоришь? Ладно. Соседушка, мы тебя вызовем потом на бой. А, what the fuck, ты вышел? Боже мой, ты коротыха сраная, блин, как ты меня достал? Блин, он за мной бежит, иди отсюда! О, у меня еще жизни есть, прикиньте, я выжил. Найти фрагмент драгоценного камня в королевских покоях. А, где вот я был, нужно найти этот фрагмент. Фух, ты мне не оставляешь выбора, как вот драться с тобой. Тут смеялся. Я не потерплю. Ты опять в королевских покоях? Фух, что ты там?
Ключ нашел. Все, мы, короче, вообще нормально в королевских покоях. О. Чего у вас случилось? What the fuck, это я здесь был? Королевские покои. Вообще это даже не похоже на королевские покои, если честно. Блин, больше нет ничего, что ли, здесь? Здесь надо найти какой-то фрагмент. Где этот сраный фрагмент, господи? Так, ладно. Будем искать. Будем искать. Главное наткнуться на эту коротыха. А, блин, господи, ты крят. А, вот там сверху нельзя. Да ты... Да ты бегать можешь, что ли, этот коротыха? Вот он говню. А может, ключи у меня от всех дверей? Сейчас пойдем все двери открывать. Коротыха, давай. Не, ну так ты это понятно, что здесь, наверное, что-то нужно открыть, чтобы открыть или закрыть. Вот. Не можешь вот воткнуться как-то? Какие-то фрагменты искать нужно. Да что ты, господи, какие фрагменты? Скоротыха бегает без ножа, вообще меня режет. Пинается, ходит. Он лещей раздает, он бегает и лещей раздает. О. Все, нашел. Нашел ключ от всех дверей, называет. О, фрагмент, все, зашибись. Это ключ от всех дверей? У тебя один ключ на все двери, что ли? Стоп, здесь нет этого чувака. Да это вообще какой-то обалден. Обалденно балдажен. Сейчас мы побежим, а? Ты здесь сидишь на троне, да? Кого ты кормишь вообще? Ты один здесь сидишь. А, все, да ладно, чувак. Все нормально. Так, давай. Опа. Открывай. О. Покой, его покой, господи, давай. Там, а, блин, сколько за бабла здесь? Блин, ты не зайдешь, да, чувак? Ты спать не будешь, я надеюсь? Как ты вот в покой заходил, когда у тебя здесь система была сломана? Проводами, что ли, бегал? О! Жжж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 
положить. Это было, ну, почти сложно. Так, ребят, я загрузился, и нам почему-то такое же дали задание. Почему? А, только передний вход закрыт. Что это? Как можно зайти, кроме как не через парадный? А через что можно еще зайти? Почему у меня парадный закрыт? Может быть, ключ надо найти? А чем? Вот тут алба... Зачем мне был фрагмент алмаза, если он во дворе не растут кубарями? То есть у нас закрытый, нам надо зайти вообще в покой. Где толчок? Пойдем вот здесь. А чему это толчке? А чему это толчке? Ну, реально нету. Реально закрыто. Это мистика, господи, это мистика. И мне надо найти. Ты что, меня не пускаешь в эту сраную? Это лягуха какая, прыгнула вообще в никуда вообще. Так, надо найти ключ. Типа, мне надо найти ключ. Что за загадки? О. Да ладно. Я нашел ключ. И... Неужто это была самая... Тихо, что-то изменилось. Изменилось, реально изменилось. В принципе, да. Довольно-таки неплохо, кстати, изменилось. И это меня радует, но не все, наверное, да? А, нет, ты же, да? Король. Ну, грейся там. Ну, в принципе, это не надо. Если тебе ножом, то куба. Здорово, победишь все со мной? Ну, как ты меня не видишь? Он не видит, он просто обедает. Если я не бегаю, то меня не видит. Кушай. Ты, главное, поправляйся, кушай. Ты когда больше становишься, ты меньше бегаешь. Или наоборот. Бежим! Ладно, почему так?
Я вообще валяюсь, как так? Фрагменты какие-то. А ты чё смеешься, как вообще? Так, подожди, Кратых, ты ж только поел, как ты можешь так бегать быстро? Да блин, да хватит мне пинать. Ох. Не, слишком жесткий сосед, я говорю. Он объелся каких-то, я не знаю, грибов. А. Так, а что здесь? Тут была комната его, да? Ну, в прошлой миссии. А сейчас? Сейчас тоже типа комната, только она без кода. В тех местах, где было что-то. Ну, в принципе, намного то есть отличается дом. И мы просто берем фрагмент камня. Грубо говоря, мы воруем. Бегаем, постоянно воруем. Мы тоже воруем. А, мы здесь были. То есть мне надо что-то найти. О, кусок мяса. А что кусок мяса? Подожди. Слушай, ну хоть пинать, а господи, ты вообще замучился. Да ты как мне пощечину даешь? Что там с камнем вообще творится? Как постоянно иду уже, типа камень это... Отпрыгивается. Замок скинут. Да так нечестно вообще, ты слышь? С двух рук меня ударил. А говно собачье! Ладно. Да ты так нечестно, а! Стоишь, уже ждешь меня. Подожди ты! Блин, вообще такой этот обезбашенный сосед. Так, все, ты не здесь? Ты не здесь, да? Причем тут кусок мяса, я вообще не понимаю. Че я должен куском мяса делать? Где твои покои? Надо покой найти его, короче, королевский. Здесь мы мясо скоммуниздили у него бриком. Вот у него ботинки шумят у нашего героя. Большая дверь-то появилась здесь. А что тебе надо? Может мясом накормить? У меня будет кроме. Что такое? Ой, да ладно. Ой, а это наверх. Едем. Мы одни поедем, когда. Нашего короля-то нет с нами. Надеюсь. Бери. А, магнитом. Господи. Ну, кстати, вообще по-другому стало все, да? Как он заходит в дверь, его ж кайребит его. Рисует. Вот бы мне это зашел, раз и замок поменялся. Хотя. Может быть и. То есть мне надо ключ на сюда притянуть. Вон он ключ. Мне найти надо. Чем притянуть? Я думаю, король, ты не пойдешь в свои покои там. Открой! Вот, все, нашел. Нашел. Давай. Опа-на! Вот. Вот, все, прелесть, прелесть. Открываем. Все, мы, наверное, нашли фрагмент камня и такие. Давай валим отсюда быстрей! У-ху! Все, ребят, на этом все. Рисунок дочери, кстати, без смерти. То есть меня он убил. Ну ладно. На этом все. Если хотите, конечно, дальше смотреть, как король бьет невинного человека, который ворует у него драгоценный камень. Невинного. Вот, то, конечно, ставьте лайк, пишите комментарии, будем играть. А на этом все. До новых встреч. Пока.